Всем привет! Долгое время Евгений Петросян и Татьяна Брухунова скрывали новость о пополнении в семье и сообщили о том, что растят сына Вагана лишь после того, как малышу исполнилось полгода. Появление мальчика на свет наделало много шума, ведь никто не ожидал, что 75-летний юморист планирует стать отцом. Хейтеры не перестают обсуждать таинственную историю рождения мальчика, ведь никто не видел молодую супругу Петросяна беременной. Возникали даже предположения о том, что Вагана родила суррогатная мать, но Татьяна все время отвергает эти домыслы. О том, как растет мальчик, Брухунова рассказывает совсем редко и чаще всего показывает мальчика в профиль или со спины. На днях молодая мама снова поделилась фотографией Вагана. На кадре подросший мальчик стоит у двери и пытается повернуть ключ в замке. Малыш, которому исполнился год и 4 месяца, уже вступил в возраст активного познания окружающего мира. Так что Татьяна не случайно с недоумением подписала снимок, как он так быстро вымахал. Такой чудесный малыш. Сестренку надо Ваганчику, комментировали подписчики Татьяны в сети. На эмоциональное пожелание скорейшей беременности молодая мама полуторагодовалого первенца от Петросяна никак не отреагировала. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!